Так, всем привет, с вами Готика, с вами Саград. В общем, у нас вышло новое супер-классное обновление. Декабрь 2020 от Red Dead Redemption. Мы так долго его ждали с выхода натуралиста. И как я говорил до этого на моих стримах, что в конечном итоге роль, которую будут добавлять, это будет расширение роли охотника за головами. Но я думал, это добавит какую-то второстепенную роль. Но нам добавили расширение действующей роли охотника за головами. То есть для того, чтобы ее прокачивать дальше, надо также выполнять миссии легендарных преступников. Но это видео посвящено непосредственно чему? Правильно, бандитскому абонементу. Новый бандитский абонемент, который я уже, собственно, начал прокачивать. И что тут у нас есть? Он состоит из 100 уровней. И по порядку. Прибавка 15% к роли охотника. Дальше. Эффективная готовка. Научитесь готовить несколько кусков мяса одновременно. Теперь на костре не надо будет жарить по одному кусочку, а можно будет жарить по 3. Все верно. 3. Всего 3. 3 куска мяса можно будет готовить. Собственно, у этого мы ждали полгода. Дальше. Поза фотографии. Шляпа вот такая вот колхозная. 3 золотых слитка. Кстати, этот бандитский абонемент полностью сам себя не окупит. То есть вложенные 40 голды не вернутся вам обратно при его прокачке. 3 голды, значит, посылочка с патронами. Вот такой у нас с вами флаг. Дальше у нас идет бесплатное. Замените металл на крупноразмерном орудии. Походка любопытства. Задний фон. Фотография у нас с вами в баре. В баре фотография. То есть не новая недвижимость, а фотографию добавили. Посылка с провиантом. Новый, мать его, хвост. Хвост для лошади. Хвост. И я тут немножко заспойлерю. У нас тут еще есть и усы. Усы для лошади. Это то, чего мы ждали полгода. Мы полгода ждали возможность собрать себе лошадь самому. То есть, если раньше мы покупали лошадь целиком и меняли на ней облик, то сейчас мы покупаем любую лошадь, которая вам нравится, и меняем отдельно на ней декор. Мы меняем усы, гриву, блядь, и хвост. Все. Вот на этом у нас обновление, все. Скидка 40% долларов на предметы для охотника за головами, новичка или любителя. Фотография еще одна вот такая. Обтяжка из ткани для оружия. Флаг. Флаг для лагеря, кстати, очень даже ничего. Ну, все равно. Для занятия ремеслами шмотки и провиант. Дальше 25 товаров для крипса. Фон, обтяжка для оружия, посылка с патронами, поза и еще 3 золотых слитка, того у нас 6, пряжка, вот такая этот эмоция, посылочка с патрончиками, $50, да, грива, посылка коллекционерных предметов коллекционера. Скидка 40% на лошадей. 25% прибавки к опыту роли. Дальше у нас фотография еще одна. Грива. Металл замена. Еще один флаг. Посылка для ухода за лошадью. Чапсы. Чапсы, да-да-да. Оружейное масло. Еще одна обтяжка из тканей. Обувь, скидка проценты. Маска. Готичная, офигенная маска. Вот масочка, кстати, очень даже... Ну, мне кажется, она немного маловато, но в целом выглядит, конечно, жутковато. Дальше хвост. Еще 3 золотых слитка. Итого у нас с вами сколько? Правильно, 9 золотых слитков на 40 уровне. Дальше у нас идет фильтр. Посылка с патронами. Партия браги. Браги. Посылка коллекционных предметов. Улучшенная сумка для патронов для дробовика. Больше можете с собой таскать патроны для дробовика. Еще одна обтяжка. Флаг. Дальше у нас эмоция подозвать. 200 снотворных патронов. Грива. Компоненты для самогона. Пряжечка вот такая. Red Dead Redemption оценит. Вот эту пряжку кот оценит. Я думаю, что кот также негодует по поводу этого обновления, потому что оно пустое, просто пустышка. Но мы дальше об этом поговорим, но пряжка вот.
готической пряжки, правда, нам не хватает с вами. Фотография, грива, дальше у нас головные уборы бесплатно, и еще 3 золотых слитки, у нас, по-моему, это 15, по-моему, $100, 5 бутылок с феромонами, вот такой флаг, эмоция, хвост, сумка улучшенная для винтовки, еще больше патронов. Это, конечно, все здорово, единственная проблема, что добавляют обычные, только обычные патроны. Экспресс-патроны не увеличиваются, зажигательные не увеличиваются. Если с дробовиком это более или менее потянет, потому что на дробовике у нас обычные патроны, то экспресс у вас не будет больше, зажигательных не будет, разрывных не будет. Просто обычных патронов стало больше. Так. А вот, кстати, для лука нам не дали, например, этого. Больше стрел. Фильтр. Предметы для роли, еще одна обтяжка, 30% к прибавку роли охотников, фотография на стенку в бар, одна карта способностей, шуба. Вот это вообще царская вещь, шуба Washwood. Модный приговор у нас заиграет новыми красками, вот эта шуба будет обязательно в модном приговоре. Дальше поза, фильтр, еще 3 золотых слитка, это 18, посылка. Грива, верхняя одежда, бесплатно одну можно получить, еще одна обшивочка, перчаточки вот такие, Russian стиль, пряжечка, дальше лошадь на закате, флаг, тема, еще 3 золотых слитка, это 21, дальше этот эмоция, еще хвост. Награда сюрприз, это в будущем обновлении, в будущем бандитском абонементе вы получите что-то. Ну, какую-то шмотку, скорее всего. Посылка с патронами, фильтр, еще 3 золотых слитка, это 24. Посылка с коллекционными предметами, больше патронов для пистолетов, такой вот амулет с зубами зверей. Не знаю, будет ли он как-то влиять, или это просто внешка. Скорее всего, это просто внешка. Дальше у нас с вами пончо бесплатно, поза, грива, еще 3 золотых слитка, это 31. Дальше ничего. Ой, стойте, было 27, 30, 30, какое 31, 30. Хаски рыжий добавили для лагеря. Обтяжка, лучший стрелок, поза, усики на 91 уровне, усики ее. Дальше 3 золотых слитка, 33, карту сокровищ, предметы для роли, награда и сюрприз в будущем абонементе, перемещение из походного лагеря. Узнаете, как использовать быстрое перемещение из походного лагеря. Цветная обтяжка, еще 3 золотых слитка, итого у нас получается 36 слитков, то есть в принципе плюс-минус себя окупает. И последняя пряжка, на последнем уровне у нас открывается вот такая кобура. Вот такая пряжка и вот такая одежда. Одежды из Артура. Одиночки. Одежка Артура. Собственно, все. Вот. Весь наш с вами бандитский абонемент. Награда, сюрприз из предыдущего бандитского абонемента. Что-то я не понял. Что там дали? Или я что-то... Не то сделал. Ну, а потом разберемся. Короче, в конечном итоге весь этот бандитский абонемент заточен на усы, лапы, усы и хвост животных. И, собственно, все на данный момент по бандитскому абонементу. 40 голды можно взять. До 15 марта действует бандитский абонемент. А это означает, на мой взгляд, что обновление следующее весеннее будет в мае. Май, начало июня. Мне кажется, что обновление будет именно в этот промежуток времени, как и в прошлом году, как и в этом году должно было быть выпущено. Но ковид, сами знаете, немного отдалил эти сроки. На данный момент, соответственно, обновление мы будем ждать уже на Next Gen. Игра пока что на данный момент на 18.00 1 декабря еще недоступна в Steam за 350 рублей. Обзор на нее отдельно полноценный я сделаю, как только она будет доступна.
Ну и, собственно, на этом все. С вами была Готика, Готика и Сократ. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ссылки на Discord в описании. Если вы только начинаете игру, обязательно заходи, дружище. Тебе помогут здесь и с прокачкой ролей, и с прокачкой бандитского абонемента, и многое-многое другое. Всем пока.